Что такое Конституция? Конституция – это основной закон Российской Федерации. Пятерка, доченька. Так, переходим еще к более сложному вопросу. Из скольких частей состоит Уголовный кодекс? Из двух. Из двух. Какие? Общая и особенная. Молодец. Над ним юрист, смотри, на дальше, дальше поехали. Сколько категорий в Уголовном кодексе? Четыре. Четыре. Какие? Небольшая тяжесть, средняя тяжесть, тяжкая, особо тяжкая. Пятерка, точно. Так. Сколько... Я этого не знаю. Дальше, дальше, стоп. Подожди, не отвлекай. Пусть не раст... Не там. Не раст... Так. Кристалл, соберись. Доча. Так. Хорошо. Кто такой свидетель? Свидетель – это очевидец произошедшего. Пятерка, доченька. Хорошо. Что такое алиби? Алиби – это когда или обременно, или по разному момент совершенно преступления находится в другом месте. Пятерка. Так, хорошо. Может, что такое кража? Кража – это тайное очищение чужого имущества. Пятерка. Так, дальше. Молодец, пятерка. Грабеж – что такое? Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. Пятерка, доча. Теперь, что такое разбой? Разбой – это нападение цели хищения чужого имущества. Все применение насилия опасного жизни здоровья человека. Пятерка! Я с дороги буду снимать, нехорошо. Ну, это снимать, читать. Кто такой понятой? Понятой это... Понятой. Кто такой понятой? Понятой это не заинтересованное лицо. Пятерка. Можно ли взять на сессию? Я сейчас просто... Дима, видео сейчас закончится. А сначала, знаете? А ну-ка еще раз, скажи. Кража, она тебе рассказывала. Что такое преступление? Преступление признается виновным. Совершено общественно опасное деяние, запрещено уголовным кодексом Российской Федерации. Под угрозой наказания. Пятерка. А ну-ка теперь так скажи. Папа здесь сказал, это что? Закон и точка. А закон что такое? Уголовный кодекс, Конституция Российской Федерации. Конституция, а что такое? Конституция – это основной закон Российской Федерации.